В эти минуты во Дворце независимости началась битва стартапов. Этим состязанием завершится крупнейший в Центральной Азии технологический форум TechConnect Astana. О том, что ждет победителей конкурса, нам расскажет Мадина Алданова. Она с нами на прямой связи. Мадина, вам слово. Спасибо, Алмаз. После многочисленных обсуждений, мастер-классов и семинаров, сегодня здесь сейчас во Дворце независимости начинается настоящая битва стартапов. И это не просто громкое название. Команды сразятся за $25 000. Этот приз предоставила ассоциация бизнес-ангелов Силиконовой долины. И в этой битве примут участие 10 проектов, 3 казахстанских, остальные зарубежные из России, Польши, Украины и Кыргызстана. И вообще в финале хотели участвовать более 300 команд, однако попасть удалось не всем, и очень много интересных казахстанских проектов. К примеру, один направлен на выявление поддельных товаров, это будет просто приложение в телефоне. И, кстати, этим сервисом уже пользуется Комитет государственных доходов. Есть интересные проекты и среди зарубежных. К примеру, в финале будут участвовать 4 проекта из Украины. Одни инноваторы придумали сервис для вычисления свободных мест в городских парковках. Информация в этот сервис поступает через видеокамеры. И авторы этого проекта говорят, что подходят видеокамеры любого вида. И поэтому этот сервис очень доступный и необходимый. Другой проект, он направлен на контроль снов. Прибор выглядит в виде головной повязки, и сегодня его также представят авторы на битве стартапов. Еще один проект, он направлен на безопасность, другой на медицину, и сегодня все это мы узнаем поближе на битве, которая сейчас проходит в соседнем зале. Кто же получит $25 000, мы узнаем позже, и об этом обязательно вам сообщим. Студия. Мадина, мы будем ждать имя и команду победителей. Я напомню, это была Мадина Алданова, она сейчас находится на инновационном форуме, который проходит в Астане.